Всем привет! С вами Император Прайм. И сегодня будет новогоднее поздравление. Необычное. Прошлый год у меня было поздравление. Там клипчик, в общем, с музычкой там было забабахано. В принципе, мне даже видно там и не было. Поэтому сегодня решил сделать... Было, конечно, два варианта. Или дома забабахать, или пойти где-нибудь на обалденной елке сделать. Вот. Ну, решил уже дома сделать, потому что... Елочка офигенская, я даже выключу на секундочку, ребят, вот, чтобы вы оценили, как она тут моргает и все остальное. Но, как говорится, поднять вам немного настроение, ну все, на этом хватит, это слишком много настроения. Вот, в общем, что самое главное, хочу пожелать в этом году всем друзьям, новым подписчикам, которые появились на канале, вот, те люди, которые добавляются ВКонтакте, везде там приходят на стримы, вот, Альянсу Такси также, вот, и командирам их, также своему Альянсу, где бы они ни были, потому что после турнира все в курсе, все поразбегались кто куда, кто-то в Кроссаут, кто-то в корабли, кто-то там в Батлграунд, там еще куда-то, никого толком не найти, но тем не менее, знаете, что можете всегда обращаться. Вот, как бы, и, в общем, скажу я одним словом, что Альянсу Новак, те, кто, вот, существовал в Альянсе, вот, и, конечно же, обязательно не забываем о том, будем надеяться на то, что в Армате, в самой Армате, так как у нас в основном танкисты все смотрят и на канале меня танкисты, вот, поэтому самое главное, это, чтобы игра преобразилась, и были убраны все вот эти изъяны, вот, естественно, это там добавить броню танкам, вот, сделать нормальные ББМ, физику там классную, ну, как бы графику, оптимизацию, фарм, все, что нужно, как говорится, игрокам. Вот, ребят, также хочу сказать, что этот год был такой, знаете, вот именно насыщенный, очень насыщенный и тяжелый. Тяжелый в том плане, если взять по плану игры проекта Армата. Слишком много было изменений, там обновление 0.18 было обалденно, потом появились вот эти не очень обновления, и слишком было все... Ну так, все, короче, переживали, скажем так. Сейчас, в данный момент, начали там с ББМами делать более-менее, да, там физику подровняли, и уже как-то чуть-чуть лучше, смотрю, онлайн повысился там и тому подобное. Ну, поэтому к чему веду, потому что будем надеяться на то, что игра все-таки преобразится. Ну, да-да, нет-нет, но тем не менее, надеемся. Для того, чтобы можно было потом, как говорится, возобновить Альянс Новак. И так некоторые, в принципе, его спрашивают, а где Новак, и что так мало там. Ну, потому что сейчас не так, как бы, серьезно там. И хочется, чтобы была глобальная карта, и все Альянсы именно могли тренироваться. Там топовые Альянсы, там не топовые Альянсы, без разницы. В каком-то Альянсе, но тем не менее для Альянса мало дела. И это самая главная фишка, которая, наверное, объединит всех танкистов и все остальное. Также еще одно событие было в этом году. То, что я переехал из старого канала, если еще кто-то не в курсе, из старого канала, ребят, на новый канал. То есть на старом канале видео уже выходить не будет и все остальное, поэтому все настроено на новый канал. Также смотрите в описании, там много разных ссылок на группы, на пиар-группы, которые я продвигаю там, и все остальное. Поэтому также еще в этом году, самое, знаете что, пацаны, самое серьезное было в этом году? Наверное, вот это, короче, вот. Вот. То, что у меня была свадьба, но еще мне предстоит в следующем году еще посерьезнее. Вот. Венчание, наверное. Ну, я так по секрету поделиться с вами. Вот. Но тем не менее, то есть этот год такой, знаете, все-таки все равно был насыщенный. И, ну, пускай он заканчивается. И побыстрее начинается новый 2018. Вот. Год собаки, если не ошибаюсь, год собаки. Ну, посмотрим. Может быть, в рандоме все начнут лаять. Прям. Но тем не менее. Опять вернусь к тому, что всем желаю крепкого здоровья, ребят, всем, потому что без этого никак. Если не будет здоровья, не будет ничего, естественно. Конечно же, побольше достатка денег в семье, чтобы и жена была довольна, и дети там, есть ли они у вас или нету. Если нету, то геймеры там покупали мощные ПК,
был 60 FPS вот такой. Вот, четкий. Ну, а у кого, конечно, там мониторы покруче, если с 2К, 4К, то 120 кадров. В общем, всего вам самого лучшего, самого большого, огромного. За вас я выпью обязательно. Вот, поэтому на этом я закончу. Встретимся в новом году. Счастья вам огромного. Всем, ребят, пока. Ставь лайки, подписывайся на канал. С вами был Император Prime. Пока.